Около 100 учеников и педагогов школ Йошкар-Олы и районов Мариэл приняли участие в пряниковских чтениях. 6-я республиканская научно-практическая конференция прошла в Национальной гимназии искусств. Со своими докладами выступили школьники со 2 по 11 класс, а также учителя, воспитатели и педагоги дополнительного образования. Именно для старшей категории участников на базе школы креативных индустрий организовали творческую мастерскую «Инновационные процессы в образовании». Пряниковские чтения – это научно-практическая конференция, объединяющая учащихся и педагогов школ нашей республики, как города Йошкар-Олы, так и всех районов республики. Она посвящена памяти Геннадия Дмитриевича Пряникова, многолетнего директора нашей школы. В этом году около 100 участников. Я надеюсь, что конференция будет работать в прежнем формате и в последующие годы. На конференции были представлены разные проекты – от исследований в области культуры и истории народов России, в первую очередь народа Мари, до докладов языковедческой, экологической и, естественно, научной тематики. Лучшие работы по итогам чтений будут изданы в формате сборника.